Говорит база, подходы свободны. Джерика Стюарт провел в тюрьме большую часть жизни. Он не способен сочувствовать. Он не умеет предвидеть последствия своих действий. Он легко убьет любого на своем пути. Он ничего не чувствует. Вы знаете, кто вы? Я... Ваше имя Билл Поуп. Вы офицер ЦРУ. Вашу дочь зовут Эмма, вашу жену Билл. Что вы со мной сделали? Эй, смотрите на меня. Вспомните. Молодая команда. Задание в Дании. Нужно было прикрыть парня. Вы провели его в безопасное место. Где вы его оставили? Это все, что нам нужно. Мне нужно, чтобы вы вспомнили. Я ничего не помню. Ты не знаешь меня, но я знаю тебя. Кто ты? Они внедрили твоего мужа в мою голову. Зачем? Они ищут то, что он знал, прежде чем его убили. Вашингтон, Берлин, Пекин станут кладбищами. Люди поймут, что есть лучший способ управлять этим миром. И теперь в моей голове он заставляет меня чувствовать добро и зло. Ты чувствуешь то, что чувствовал Билли? Он любит тебя очень сильно. Последний шанс. Или они умрут. Что делается? Они сумасшедшие! Мы за ним! И это был я. Я переживал это снова. Но они ошибались. Преступник.